В общем, я тут кое-что нашел. Я, правда, не уверен, что это... Ну, о чем речь? Вот когда идешь к боссу, черный Цербер. Вот так, так, так. Там пылесос, заворачиваешь направо. И здесь... Да, вот, экзоподъемник не работает, он не активен. Так? Окей. Иду дальше. Сюда. Ну, здесь арена с черным Цербером. Я его уже победил. Дальше сюда по игре. Вот. И вот тут начинает что-то звенеть. Совершенно непонятно. Так вот. Надо сделать вот так. Оп! Раз! Кто бы мог подумать? И сюда можно спрыгнуть. Кто бы мог подумать? И тут аудиозапись. I've tracked the source of some of our current security problems. You may be aware of the recent increase in missing material and tools. Plus, the episode last Saturday, what we can only assume is sabotage in R&D. I am led to believe Dr. Chavez is covertly working within the facility, though I have tried to bring this to the attention of the board. Every time I seem to be stonewalled by Mr. Bottom and Mr. Fox. Without further authorization, my hands are currently tied. Вот, ну и тут проход еще куда-то есть, а туда еще не ходил. Опа. И еще один. И еще один. Офигеть тут дронов. И жирные. Еще два. А то вы, мать вашу, издеваетесь. Так, ладно. Ага. И тут лежит оздоровительная инъекция. И все. Вроде бы, правильно? Неправильно. Ну, такая вот потаенная комната. Вроде бы все. А, вот. И вот этот лифт, да? Походу. Вентиляционная шахта арсенала. Она или не она? А, нет, тут еще робот какой-то, смотри. Что? Ой. Блин, не сдохнуть бы здесь. Робот, давай ты умрешь, а я дальше пойду. Вот так. Так. Вентиляционная шахта арсенала. И что тут? Ничего? Ну ладно. Вроде нет ничего, да, правильно? Зачем здесь этот робот? Опа. И еще какой-то. Так. Ясно. Не совсем ясно, но ладно. Блин, куда я попала?
Вентиляционная шахта арсенала. Так. Тут еще что-то есть. Еще один оздоровитель. Офигеть. Оздоровитель это у нас же... Здоровье, правильно? Ну да. Так. Направо можно пойти, можно пойти. А, вот. И вот этот лифт, походу. Что такое? И вот этот лифт, он как раз и есть. Ну-ка, скатимся на нем. Ну да, да, да. Он и есть, правильно же? И вот здесь к боссу проход, правильно? Ну да. Вот, и теперь он открыт. Окей. Возвращаюсь. Так. То есть он активируется просто с другой стороны. И вот сюда, да, надо сходить еще. Ну да. Так, а тут это куда ведет? Оу! Оу, 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 ах вы падлы! Сваливаем нахер. Отступление тактическое. Мне чуть не наваляли. Хорошо. Так, где тут падла? Блин, зараза. Да. Блин. Ага. Хорошо. Опасно тут. Так, что-то пищит. Куда я попал вообще? Здесь? Нет. Где пищит? А, вон где. На трубе. Ну, вот так надо. Еще один оздоровитель. Офигеть, вы какие щедрые. Так, а где это я? А, ну это арена с боссом, да? Ну да, только я на трубе, на балке, не знаю, но на вентиляционной шахте. Ну да, это вот спрыг к боссу, кстати. Ну-ка, можно запрыгнуть? Может быть и можно, если постараться. Ну все, вот, да. И это уже проход дальше. Короче, вот здесь надо спрыгивать. И пошел. Такие вот дела. Всем пока.